Наступил очередной день, и проблема, что покушать. Вот отварила два мясных колобка из говяжьего фарша. На гарнир у меня картофельное пюре с зеленым луком. Можно еще как гарнир использовать отварную морковь. Но есть у меня еще маленький кусочек пиццы. Это вот слойка с клубникой, конфетки. Творог можно разбавить йогуртом. Киви, манго и написано без сахара. Вот такой я планирую себе сейчас перекус. Надеюсь, что будет сытно и малокалорийно.